9 апреля в торжественной обстановке военнослужащим войсковой части 3678, несущим службу по охране Смоленской АЭС, вручены ключи от нового служебного жилья. Для проживания личного состава семьями отведен целый этаж в общежитии номер 5 атомной станции. Средства на проведение ремонтно-восстановительных работ выделены за счет программы мероприятий по обеспечению физической защиты на АЭС. Войсковая часть 3678 выполняет важную государственную задачу. Соответственно, мы понимаем важность этой задачи и понимаем, что необходимо обеспечить... Жилье полностью готово для комфортного проживания. Всего сдано 14 блок-секций. Это отремонтированные светлые комнаты и санузлы с современными душевыми кабинами. Также на этаже оборудована просторная кухня с электроплитами и прачечная со стиральными машинами. В ходе ремонта заменены двери, напольное покрытие, сантехника, коммуникации, модернизирована пожарная сигнализация. Хочу пожелать вам успехов в службе и личной жизни вам, вашим починам и составам.